Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел внеплановое заседание Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. В заседании принял участие глава Сиверского района Андрей Дорошевский. На повестке – ликвидация последствий залповых дождей в Туапсинском районе. В результате разгула стихии оказались подтоплены жилые дома, соцобъекты, коммунальная инфраструктура. Есть повреждения дорожного полотна и мостов. Во всех поселениях Туапсинского района работают оперативные группы. Ведется уточнение информации по нанесенному ущербу и ликвидация последствий стихии. Сиверский район направил в зону чрезвычайной ситуации группу специалистов и сотрудников администрации муниципалитета для оказания помощи пострадавшим.